Число комитетов в областной думе может вырасти на треть. Вместо 6 хотят сделать 9. В пятницу это предложение обсуждалось на закрытом оргкомитете по подготовке первого заседания думы в основном составе. На него новоизбранные депутаты соберутся 1 октября, чтобы избрать председателя думы, его заместителей и сформировать комитеты. На пост председателя крупнейшая фракция парламента «Единая Россия» выдвинула Михаила Боровицкого. Представители оппозиционных партий тоже готовы побороться за думские портфели. Глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьев подтвердил, что будет баллотироваться на пост заместителя председателя Думы.